А давайте все вместе позовем проектор, да? Проектор! Готовы, да? Готовы. Поехали. Пару дней назад наша команда модераторов работала с группой из одного человека с явной шизофренией, у которого было много субличностей. Мы думали, что это самое страшное, что может быть на школе. Сегодняшний день показал, что мы ошибались. Мы вчера, когда мы подавали заявку, мы гордились тем, что у нас есть реальные заказчики и люди, которые реально болеют за проблему, которую сюда на форсайте. Сегодня все они дружно вместе с нами реально болели. Это было реально непросто, реально тяжело. Вот к чему в итоге мы пришли. Итак. Дальше. Еще дальше. Мы долго и упорно определяли предметную область. Дальше. Вот так наша карта. Дальше. Нагенерили массу трендов. Не буду целиком их зачитывать. Дальше. Выделили из этого стейкхолдеров. Дальше. Нашли угрозы. Ключевая угроза была очень печальна. В группе было очень много наших экспертов, представителей как раз именно дополнительного образования. Вывод был очень грустный. Мы все умрем. Точнее как, мы все окажемся без работы, нам будет нечего кушать, мы умрем после этого. Нам срочно нужно искать возможность, как же преодолеть вот эту самую угрозу. Дальше. Возможности были у нас следующие. Дальше. В результате мы выделили ключевую угрозу и выделили рекомендации МДПО, что нужно внедрять обучение новым технологиям и развитие новых компетенций. И последний слайд. Вот. Можно поаплодировать. И вот сейчас я бы хотел дать слово нашему реальному заказчику, чтобы он как бы вот сказал пару нам ласковых о том, что получилось. Добрый день, коллеги. Сейчас я расскажу, как было на самом деле. Можно пока? На самом деле, у нас не был проведен предфорсайт. Мы поняли, это очень важно. У нас мы пренебрегли предметом. Для нас это оказался путь никуда. Мы поняли, что, наверное, нам необходим искусственный интеллект для того, чтобы контролировать форсайт-сессию и модераторов. Мы провалили форсайт-сессию абсолютно честно. Мы остановились на уровне прогнозирования нашего ожидаемого будущего. Но мы поняли одну очень важную вещь для себя, и мы ее, по-моему, почувствовали. Вот эта тема для нас настолько важна оказалась, что вот мы хотим ее дальше двигать, и мы найдем время для того, чтобы заработать этот форсайт, для того, чтобы сделать проекты, которые могут быть реально востребованы в мире. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Андрей Филинков, когда собираться будете? Куда пойти? Фейсбук, в Фейсбуке всех позовем. Да. Всех позовем. Так. На самом деле у нас уже в ходе того, как мы здесь учимся, уже сформировалась, наверное, группа. Она инициирована одной хорошей девушкой. Вот, она называется «Поколение 2084», где в рамках участия в этой группе, я думаю, мы обсудим все вот эти вопросы. И, в принципе, кто хочет, подключайтесь. Так, спасибо. И второй. Это будет реальная группа с проектом в долгую, в которой мы будем работать. Мы там реально заинтересованы. Меня зовут Алексей. Объясните, пожалуйста, почему вы считаете ваш проект проваленным? Ну, на самом деле, мы не вышли на конкретный проект реализации. То есть у нас просто не хватило времени. Мы очень много посвятили времени трендам, потому что оказалось слишком много, потому что мы не очень правильно определили предмет. То есть как бы одно из другого. Нет, но результат то, что... Дмитрий, как вы скажете, мы двигались медленнее, чем другие группы, но тщательнее. Я сказал, тупо провалили. Понять свои ошибки, между прочим. Это очень хорошо, очень хорошо. Так что хлопайте. Мы поняли, что мы сделали не так. Спасибо. Спасибо большое. Давайте так, прежде чем мы...